Фанат ислама держал верх над мексиканцем Норберто Гонсалесом. Поединок проходил в американском Бока-Ратоне. И благодаря победе над своим соперником казахстанский боксер заполучил сразу два вакантных титула. WBO NABO и WBA Интерконтиненталь. Для Каната ислама это 24-я победа. Всего он провел 24 боя, 19 из них завершились нокаутом. На счету Норберто Гонсалеса 23 победы и 9 поражений.